Речь о том, что полувековые тополя – реальная угроза для жизни людей, ведется не первый год. Мы решили поинтересоваться у жителей Саратова, какие деревья нужно высаживать в парках, а какие близ тротуаров и дорог. Мнение горожан узнала наша съемочная группа. Я думаю, что лучше, конечно, в парках и скверах. Чтобы не было таких ситуаций, вот как с девочкой, на которую упало дерево. Вязы. Они очень хорошо удерживают пыль, они газостойкие. Но в парках и липы хорошо смотрятся. Любимые наши березы. Около дорог не надо сажать, там пойдет машина, детей опять же. Важнее, мне кажется, парки для города. Можно кустарники, как раньше было в советские времена. В парках, скверах лучше. На наше усмотрение там березы, дуб, там осины и так далее. В таких местах нежелательно, мне кажется, потому что падут машины, все-таки проезжая часть, люди ходят. Ну, низкорослые деревья вообще-то надо сажать. И кустарники –